Еще раз всем привет. У нас тут добрый вечер. В общем, делаю эту точилку. Я попробую, если шток по дереву будет скользить, он делает вот такие вот вибрации. Я считаю, это нехорошо. Такие волны, вибрации. Если чисто дерево. Хотел выточить дырку, просверлить там. Вот уже дырки есть, например, в дереве. Располовинить эту деревяшку, чтобы дырочка как раз села сюда. Но я подумал, она будет иногда ее закусывать, дерево. Видите, она вот сама не катится. Так, сейчас раз так. Вибрация пошла. Создаются эти волновые такие штуки. Волновые вибрации на штук. Соответственно, на камень пойдет. Вот. Немножко нужно уточить. Кстати, нож уже нужно заготовить. Здесь лезвие поменяли конкретно. Посмотрим, что получится. В общем, я решил не просто деревяшку сделать на шток, как вот здесь было, да? Вот эти дятлы пляшут. Я решил, нашел у меня тут в этом. Чего только нету. Я нашел пару колесиков. Это от шпы машины. Я хочу вот этот черный штучку просверлить, туда резинка прицепится на обратную тягу. Штук на обратную тягу будет резина тянуть. С резиной это совсем другое точение, удовольствие просто. Никаких вообще этих напряг. Всем советую ставить на штук резинку такую. Натяг буквально столько же, сколько вы тянете на камень. Ну, примерно. Там можно подрегулировать все это. Я покажу. Я, в общем, нашел пару колесиков от шпильмашины Мили. Там дверь. Эти колесики. Натяжка двери, чтобы дверь не падала сама по себе. Она тяжелая дверь. Ее поддерживают такие пружины. Через веревочку. Веревочка шла по этим колесикам. Ну, в общем, не важно. Я не знаю, кто знает, тот знает. Кто не знает, наверное, не поймет. В общем, колесики очень с прочного пластика такого. Они рассчитаны, по-моему, они 20 лет будут служить. Типа как само по себе смазка идет от пластика от этого. Такой сорт пластика. На металле он работает как подшипник. Вообще не смешивается. Ну и вот я скрутил на один болтик вот так. Теперь хочу приклеить сюда пластину, чтобы было это все ровненько. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Так, нашел вот кусок такого вот стекла. Пластик прозрачный. От холодильника. Этот кусочек сейчас отпилю. И вот так в параллель клеится у меня. И вот так он клеится у меня. Да, вот так он клеится. А здесь мы посмотрим дырочку. У меня там жесткости не будет такой, как надо.
Хотя. Почему у меня жесткости? Все будет нормально. Я придумал. В общем, делаем, короче, вот так вот. Сименс этот. Сименс. Так, Сименс. 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 Вот так вот Сименс. Вот вообще-то. Точилка будет Сименс называться. Вот так вот, не халамбалом. Короче, этот пластик приклеится на эпоксид. Вот эпоксидочка. Компонентный клей. Вот эти колесики сейчас прижмутся этим болтиком между собой. И хорошенько прижмутся и хорошенько параллельно так все приклеится. Вот это вот так. Пластиночка. Потом вот здесь добавится кирпичик из дерева. И будет дырочка просверлена. И он будет болтаться как надо на оси, на болтике. Без всяких люфтов. То есть шток будет ходить куда хочешь. И вверх, ну в смысле вверх. По вертикали и по горизонтали. Совершенно без всяких каких-то шорохов. Без шороха и без трения особого. Ну, трение, конечно, оно всегда есть, будет. Но минимально с колесиками, да. С колесиками это уже будет супер. Вот. Сюда на черную штангу подвесится. Все эти наждачные дела. Камни там или стекло. Тут был такой момент с таким подшипником. Это медно-графитовая втулка. Она двигается внутри. В любую сторону. Но мне не понравилось, она шум будет создавать. Шуркаться там. Так шуму тут ко мне хватает. Еще плюс этот шум. То есть я решил, что колесиков будет намного. Намного круче. Намного свободнее. И вот сюда резиночка подвесится в натяжку. Она будет тянуть обратный ход. И будет полуавтомат точилка. Вот так вот все это крутится. Да, вот камушек, ой, этот колесик такой еще был. Тоже графитовый. Внутри подшипник. От Трокнера. Трокнер это сушильный шкаф электрический. Как стиральная машина, только сушилка. Хотел его тоже приспособить, чтобы он вот так вот. Вот так на оське подвесить, что он по вертикали в любую сторону бы крутился, то есть независим. А эта рамка на другой рамке тоже независимо будет крутиться в другие стороны. Ну, в общем, чтобы вертикаль и горизонталь была свободна. Ну, говорю, у меня идея появилась получше. Будем посмотреть.